Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Кирочка Кравцова. Сегодня я буду рисовать раскрашку для друзей Хаги Ваги. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Потому что я видела, что вы смотрите мои видео, но не подписывайтесь. Да, вы не подписывайтесь на мои ролики. Я это заметила. И это нечестно, ребята. Ладно, я буду начинать. Как бы Хаги-Ваги это живая игрушка. У кого такая была, ну кто покупал где-нибудь. Я живу в Киеве, и вы можете тоже жить в Киеве. Если вы живете в Киеве, можете заказать по Google Почте. Так, тем временем я уже нарисовала голову Хаги. Теперь рисую его бантик. Так, кстати, разукрашу для своих друзей. Так, тем временем я уже рисую рот ему. Кто услышал то, что я нарисовала ему голову, но не лицо. Так, значит, я рисую ему уже зубы. Как бы каждый знает, какие они у него. Ну, не каждый, но кто-то должен знать. Если вы зашли на это видео. Так. Зубы очень страшные у него. И он сам очень криповый. Кто это знает? Наверное, никто. Но я знаю. Вот так. Так, тем временем я уже нарисовала даже второй рот. Теперь рисую глаза ему. Я помню, как дядя один слепил из пластилина очень похожего Хаги, у него рот классный получился. Это было очень крипово на него смотреть. Конечно, он сам его слепил, значит, не очень. Очень страшно было. Так, я уже тем временем рисую тело Хаги. Чтобы вы знали. Вот так. Я вам в самом конце покажу, как он выглядит. Только в самом конце. Вот у меня прикольно получается. Все хорошо прорисовано. Это тоже плюс. Так, теперь я буду делать фабрику. Ну, некоторые мелочи добавлять. Фабрику, например. Тоже будет прикольно. Самый главный аппарат — это самый большой, который следит за вами. Он мне тоже не нравится. Потому что он как бы камера Хаги, мне кажется. Чтоб за нами следить. Кому это тоже не нравится, ставьте лайк. Так. Теперь я рисую мышку. И на этом ролик будет подходить к концу. Извините, что так быстро рисую, но у меня раскраски красивые выходят с ними. Так. Ушки. Для этого аппарата. Ну и глазку пчелу. Как вы знаете, она тут нужна. Чтобы вам пробраться дальше. Ну, мне очень нравится. Так, я ее уже дорисовываю. Ну, в отличие от того, что кошка-пчела тоже будет в следующей главе. Он тоже будет, наверное, нашим врагом скоро. Так, ребята, я показываю вам раскрашку, которую я создала, и видео будет заканчиваться. Вот раскрашка Хаги, которую я сама нарисовала. Как вам? Нравится? Даже рот у Хаги Ваги. Прям как точь-в-точь, смотрите.
Видите? Всем пока. Кто смотрел это видео, ставьте лайки. И вы самые лучшие. Пока!